Salaba yanyo zale likua. Likua kazied yanyo vakara ilikua. Likua, likua kazied yanyo vakara ilikua. Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Добро пожаловать в волшебную страну Латвию, где древние традиции и яркая культура оживают в середине лета во время празднования Иванова дня. Присоединяйтесь к нам сегодня. Мы намерены открыть для вас обычаи, связанные с приготовлением к этому волшебному празднику. Вы спросите, что я тут делаю? Я плету венки. Вот такие, как у меня. Сегодня вечер Лигуа в Латвии. Никто не спит. Все жгут костры, и очень важно, у кого выше. Но все ходят в таких венках. А Янисы и Лиги получают особые венки. В венке должны быть обязательно дубовые листья и любые цветы. Это плод вашей фантазии. Какие вы хотите, вы можете вплести сюда. Будем встречать Ивана в день с мамулей. Visu gadu Janīts nāca līgo, līgo, Jāņa bērnu sapraudzīti līgo, 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 Jāņa bērnu sapraudzīti līgo. Середина лета, известная в Латвии как Яни, это время, когда солнце достигает своей высшей точки, а природа расцветает. Это праздник света, радости и обильного урожая, который ждет нас впереди. Но прежде чем начнутся торжества, нужно многое успеть сделать, чтобы подготовиться к этому любимому событию. Традиция косить траву перед празднованием Иванова дня имеет большое культурное значение. По мере приближения летнего солнцестояния латыши очень гордятся тщательной стрижкой своих газонов и лугов. Эта практика служит как практическим, так и символическим целям. На практическом уровне это гарантирует, что открытые пространства будут в хорошем состоянии и готовы к праздникам. Символически считается, что покос травы отпугивает злых духов и приносит удачу и процветание в предстоящем сезоне. Одной из самых заветных традиций Иванова дня является плетение цветочных венков. Эти красивые короны, сделанные из полевых цветов и трав, носят как мужчины, так и женщины, как символ летнего солнцестояния, и они приносят удачу. И давайте не забудем об уникальной очаровательной традиции Иванова дня в Латвии – украшении коров. Да, вы не ослышались. Во многих сельских районах особую роль в праздниках играют коровы. Līgo tev ir govis laidarai līgo, 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 tev ir govis laidarai līgo. В рамках праздника местные фермеры украшают своих коров гирляндами ручной работы, яркими лентами и даже живыми цветами. Считается, что эта древняя традиция приносит удачу, здоровье, плодородие стадам и всему сообществу. Я попыталась добраться до коров наших соседей Юриса и Даци, но они начали преследовать меня, и мне стало страшно. Ай, Мик, I need to get across. I wanted to make very Latvian movie. That was pretty Latvian. All the cows were chasing you. Я хотела сделать очень латышский фильм с коровами, с их украшением, но событие приняло неожиданный поворот. Они очень заинтересовались то ли моим костюмом, то ли дубовыми листами, то ли просто они любопытные. И
Мик говорит, что это даже получилось интересно и весело. По мере развертывания празднования Иванова дня, вид украшенных коров и наличие национальной одежды напоминают нам о глубоко укоренившихся традициях и любви латышей к своему культурному наследию. Еще одним неотъемлемым элементом праздника лиго в Латвии является богатая и яркая народная одежда. Эти замысловатые ткани, передаваемые из поколения в поколение, являются свидетельством глубоко укоренившегося культурного наследия страны. Народные костюмы украшены яркими геометрическими узорами и символами, вдохновленными природой. Считается, что эти узоры несут глубокий смысл, отражая связь между людьми, землей и жизненными циклами. Искусство создания народных костюмов – кропотливый процесс, требующий мастерства, точности и внимания к деталям. Местные ремесленники тратят бесчисленное количество часов на создание этих прекрасных костюмов, сохраняя традиции своих предков. Во время Иванова дня вы увидите, что многие латыши с гордостью надевают свою традиционную одежду, которая часто включает в себя одежду из ярких народных тканей. Эти наряды с их замысловатой вышивкой и яркими узорами являются визуальным отражением культурной самобытности страны. Праздник Лиго в Латвии или Иванов день – это уникальный опыт. От оживленных рынков до веселых танцев и теплого сияния костров. Это праздник, который сближает людей, напоминая нам о красоте и жизненной силе этой замечательной страны. Присоединяйтесь к нам в следующем фильме, когда мы продолжим исследовать традиции и посмотрим, что происходит в ночь Лига и в Иванов день. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. А пока празднуйте жизнь, празднуйте любовь и празднуйте Иванов день в Латвии. Весела баяню зале лиго, лиго, казед яню вакара и лиго, 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 казед яню вакара и лиго. Ваша зажигалочка.